Привет, народ! Сегодня будет разобран подшипник новый. Как вы видите на фотографии, его параметры. Он подходит под многие машины, в том числе и Mazda 6GG первое поколение. Будет разобран, и мы посмотрим, сколько смазки, какая смазка. И, конечно, заменим смазку на более лучшую и поставим в Mazda. Вот за столько я его купил на zzap.ru. Фигачим, выбиваем и смотрим, что внутри. Блин, чем бы только выбить, это грязное. Чтоб сразу не угандошить все. Во. Пам-парам-пам-пам. Ща низ, блин, шлепну. Самое главное, чтоб камера не уехала. Блин. Сука, молотка нету, нужно что-нибудь придумать. Так, значит, повторяемся. А, можно и так, кстати, наверное, выйдет. Нет, нет, да нет. Там, сука, уже рядом. Сука, она даже не собирается выходить, падла. Прям упертая. Блять, ну с этой смазкой ставить я не хочу. Есть. Опасно. Ну, кстати, я скажу, смотри. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо, прям. Блять, попробовал. Но у меня-то бошевская. Погоди. А, у меня этот ман, нет, кэт, ёпта. Кэт. Слушай, ну... А? Ну да, я думаю, та-то лучше смазка, чем эта. Это все равно какое-то говно должно быть. Ну, может, такая же. Блять, мне... Сука, ну... Да ты подожди. Кого? Ну. Эту смазку поджечь? Зачем? Хочу на комнатной какой-то температуре расплавиться. А, ну это понятно. Это из той серии? Я просто смотрю, сколько тут вымывать нужно, и как сальник стоит. И как сальник можно угандошить. И как нельзя его угандошить. Блять, я вымывать всю смазку буду очень долго. Мне кажется, я так буду ставить. Буду верить этому подшипнику. Корейскому. Короче, смазка предостаточно. Нужно другую сторону шлепнуть. И смажу по-своему. Во, вот он снят. Сальник. Раз. Вот как вот сделана у нас коронка. Слушай, своеобразно, своеобразно. Сарир. Новый подшипник. Был. Кстати, я скажу, не так уж и много смазки, а снаружи выглядит намного больше. Смотри, как бы не так уж и много. И, кстати, какой-то сепаратор, какой-то вот эта вот коронка, она какая-то дерьмово непонятная. Ну, как-то... Как-то все равно не очень. Сейчас отмоем и посмотрим тут, как дела. Вот так вот там внутри. Нужно выдавить эту радость, а она не хочет. Отлично. Отлично. Низ пошел тоже, поддался. Так. Так. Как-то своеобразно она сидит. Уплотнитель этот. Я вижу, они одинаковые. Ну, как бы... Вообще, вроде смазка ничего. Но я в нее не верю. А значит, нужно очистить все это. Короче, все подшипники из сепаратора выну. И промою бензине. И обратно. Все соберу, только с нормальной смазки покажу, какая. Так. Отмываем эту херню и вот эту. Пам-пам-пам, пам-пам-пам.
патрон. И план. А, можно было еще вот эти кинуть. Вот такая вот смазочка. Бобкэт, елки-палки. Кстати, тоже зеленая. Но я думаю, она получше, чем эта зеленая. Туда точно бобкэт не кладут. Следующий сепаратор или коронку разбираем. Мы еще потом это разбавим в бензине, вот эту смазку, Bobcat. Как она будет выглядеть так же, хлопьями, как будто там кофе вчерашний. А ты такой, кофе с молоком вчерашний, а ты залил туда воды попить утром. Ну и как бы начинается, можно сказать, сборочка. Маленькая сборочка. Кстати, эта смазка более густая какая-то. Значит, ставим. Блин, если она вставится еще. Оп, оп, все, вставилась. Не знаю, много не мало, а может быть и слишком много быть. Ну, так вот. Уплотнитель встал. Тебе надо защелкнуть вот эту хреновину. Легче, чем разобрать. Ну, так вот здесь. И здесь вот так вот тоже. Все, стало все нормально. Конечно, нужно будет убрать вот это, вытереть всю смазку, а то дерьмо налипнет. Ну а так. Ну нормально. Отмываем дальше. Так. Что же так же надо смазать? Вот так вот село. Так, нужно сальничек поставить. Так, и забиваем. Все, село. Убираем обратно. Боже, нет. Дело впало. Пам. Пам. Сейчас посмотрим, как
как бензин, блин, как это, как смазка дружит с этим бензином. Так, короче, вот старая смазочка с хлопьями какими-то, как будто молоко. Вот новенькая. Ну сейчас сюда киданем для проверочки-то, а? Допустим. Он вообще даже не растворяется в бензине, эта смазка. Ужас какой-то. Она из чего сделана-то? Подождем. Давай еще добавим. Разные смазки прям видно, тут видно, как хлопья плавают, тут видно, как не до конца растворилось. Странно. Ну это видно прям, качество, наверное, говно. Белые какие-то хреновины. Что это такое, непонятно. Тут даже видно, как она стекает лучше. Типа старается смазывать, что ли. А тут она просто водой, блин, стекает. Короче, а если их вместе слить? Хрен его знает, что бред какой-то. Осталось поставить подшипник в ступицу и проверить, насколько его хватит. Вот этот эксперимент. Но об этом, конечно, в следующей серии, когда я буду в автосервисе «Автотин». Я поставлю этот подшипник. Подписывайтесь.